Может быть, кто-то будет отгадывать, как эта группа называется, потому что вот если они выйдут, наверняка я их знаю, да? Вот выходите уже, выходите. А вот этого молодого человека я знаю. Я его видела по телевизору. Это Юра Богуславский. X-Factor. Театр... Вот и X-Factor. Кто-нибудь слышал, что такое X-Factor? Я как-то краем уха слышал. Театр КВН ДГУ. А правильно? Театр КВН ДГУ кто-нибудь слышал? Это лучший... Юра, какой у тебя голос? Тенор? Баритон? Какой? Всякий. Всякий. Это лучший всякий голос мужской сцены Днепропетровска. Юрий Богуславский, и фамилия у него тоже очень подходящая к нашему концерту. Алиса Нечепуренко, мы идем к тебе на помощь. И Юра Богуславский, и группа... Тени! Добрый вечер, друзья. На самом деле, каждый из вас, кто вошел сюда, внес свою лепту, я надеюсь, внесет еще. А мы, как музыканты, само собой, должны привлекать таких людей, как вы, для того, чтобы защищать и лечить таких детей, как Алиса. И мы хотели бы спеть первую песню, которая самая роковая в жизни каждого из вас, в жизни каждого рокера, в жизни каждого попсовика и в жизни каждого человека, который смотрел этот мультфильм. Пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет, о, солнце взойдет. Звезд коснулся крыш в час грусти и печали. Ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет, а-а-а, солнце взойдет. Thank you.
луч солнца золотого. Поем. Тьмы скрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. Спасибо, группа «Тени». Ну что, не будем далеко уходить от роковых традиций. Песня группы «Deep Purple». Black night is now dry.
Спасибо. Спасибо. Что давать? Рок давать или попсу давать? Что давать-то? Хорошо. Интеллигентный рок. Спасибо, группа Тени. Алиса, ого, будь жива и здорова. А между прочим, Юра, ты же знаком с Алисой хорошо, да? Когда был в феврале концерт «Жить и завтра», который организовывает бессменная, неугомонная Леночка Володина, Юра Богуславский принимал в трех, да, уже концертах принимает участие. И в этом году, четвертый, да, и он в этом году помогал детям вместе с профессиональными исполнителями разучивать песни, записывать их, и сам пел, да? С кем ты пел? Пел с Танечкой. Вот она, вон она сидит. Вон Танечка, с которой я пел. Эй! А с Алисой пела? С Алисой пела Оксана Шавкун. И она очень расстроена, что она не поет роковых песен, хотя она с удовольствием бы здесь тоже выступила бы для нее. Ничего, мы в следующий раз расширим репертуар, да? Юра, я так поняла, назрел уже кавер группы Queen. Я знаю, кто будет первым голосом. Я знаю, что в этом зале есть желающие устроить трибют группы
Queen, да? Но мы пока не знаем, кто эти желающие. Я могу там показать, там, да. Ну, да, покажи. Пальцем не... Поднимите руки просто, да, кто хочет трибьют группы Queen. Кто хочет организовать или кто хочет услышать и увидеть? Да, кто хочет, чтобы это состоялось. Я думал организовать. Ну, ладно. Да, нет, организовать, ну что уж, назвался Груздем. Груздем. Полезай. Группа Тени! Юрий Богуславский, спасибо. Ну хорошо, вот на самом деле мне интеллигентный рок как-то, ну вот как-то он нормально, отлично, отлично. Ну, хотя я далеко не, ну хотя... Нет, здорово на самом деле. Группа Тени! Я даже сплясала. Сплясала, почему? Юбкой помахала. Да, на самом деле, что я хотела сказать? Что все хорошо, по-моему, идет. Народ прибывает, сумерки сгущаются.